Сначала по поведению на воде. Вот сейчас действует штормовое предупреждение. Это волнение моря превышает допустимые значения, где можно безопасно купаться. Кроме того, подошел грозовой фронт. Ни для кого не секрет, что морская вода – это своего рода электролит. И любые разряды грома, удары могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому категорически запрещается во время грозы купание. И если спасатели предупреждают, ни в коем случае не заходить в воду. В том числе очень внимательно следить за детьми. Что касается паводковой ситуации, в течение 20-30 минут, ну максимум час, выпадает месячная норма осадка. В этой связи тоже, мы, когда даем штормовое предупреждение, наши рекомендации ограничить выход на улицу, ограничить использование транспорта. И когда услышали или увидели предупреждение спасательных служб, в этом случае максимально усилить контроль за престарелыми и опять же за детьми.